Картины Винсента Ван Гога на ведущих аукционах стоят миллионы долларов. Это сейчас он мировая знаменитость. Но при жизни художника все было иначе. Борьба с тяжелым недугом, депрессией, напряженная работа. Мастер утверждал, чем тяжелее его болезнь и мучения, тем лучшим художником он становится. Цитаты из писем Ван Гога, оцифрованное изображение его картин в сочетании с музыкой – все это способ рассказать о судьбе живописца языком современных технологий. Картины Ван Гога демонстрируют с помощью специальной системы, которая включает не один десяток кинопроекторов высокого разрешения. Здесь и анимационная графика. Все это позволяет создать эффект оживших полотен, а также показать особенности стиля художника. Упругие линии, цветовые контрасты, широкие мазки, словом, динамику изображения. Художник писал, что ему важно показать зародившуюся мысль с помощью светлых бликов на темном фоне или выразить надежду мерцанием звезды. В реальности, если вы захотите увидеть хотя бы 100 картин, вам придется колесить не один год по свету, а большинство картин вообще находится в частных коллекциях, которые, в принципе, увидеть невозможно. Всего на выставке 400 картин, в их числе знаменитые и дорогостоящие «Подсолнухи», «Звездная ночь», «Портрет доктора Гаше». Здесь можно буквально войти в картину Ван Гога. Авторы экспозиции попытались в объеме воспроизвести знаменитое полотно «Спальня в Орле». Это одна из последних картин Ван Гога, которая по замыслу автора должна располагать к отдыху и покою. Организаторы проекта говорят, из-за хита «Экспонат» группы «Ленинград» популярность выставки настолько возросла, что посетительниц на высоких каблуках в Москве и Новосибирске пускали бесплатно. Мы будем проводить акцию, скорее всего, но просто это будет чуть позже. О начале подобной акции в Перми обещали объявить отдельно. Выставка откроется 23 апреля на «Революции-21». Юлия Зыкова, Михаил Осетров, телевизионная служба новостей.